Ну, кто-то здесь повеселился, перепутал опята с чешуйчатками. Вот это чешуйчатки. Они съедобные и даже вкусные. Они на вид, когда их отваришь, как мармелад какой-то, такой вот плотный, такой красивый, как полупрозрачный даже. Но крепенькие, крепенькие, хорошие. Очень хорошие. Но я их брать не буду, у меня грибов других много. Но последние годы их стали брать. В лесу их только от них одни только ножки остаются. Это я уже заметила. Но здесь кто-то не распознал. Потому что сейчас идет охота за опятами. Народу очень много в лесу. Мы немножко только нашли пока. Ну, других грибов нашли зато всяких. А это красота. А рядом у меня есть белые, беленькие вешенки. Сейчас пойду я их снимать. Так, а дальше нету? Дальше нету. Все, на этом.